بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على هادي البشير وسراج منير الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين براد زاد الوопрос что такое توحيد и как правильно следовать توحيду как правильно понимать لا إله إلا الله Альхамдулиллах, этот вопрос, он на все времена был актуален. Со времен, как, с тех времен, когда Аллах Субхану сотворил Адама, алейхиссалям, до судного дня. Это основа всего. Это то, ради чего нас Аллах Субхану Ата'аля сотворил. Это то, на что упирается вся религия. Это то, ради чего мы сейчас с вами молились. Это то, ради чего мы с вами постимся. Это то, ради чего мы даем садака, поддерживаем родственные отношения. Даже то добро и ихсан, которое проявляем к близким, начиная с родителей и родственников, не потому что они наши родители, а потому что Аллах Субхану ва Тааля нам приказывает это. Поэтому это то, ради чего мы живем, и это то, к чему мы вернемся. Опираясь на далили из Корана, Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фа'лам аннаху ла илаха илляллах». واستغفر لذنبك знай то что ла илаха илляллах сейчас мы это обсудим и проси прощения у Аллаха субхана ва тааля за свой грех сейчас вот мы когда ради хазрат чал аятул курси Аллаху ла илаха илля хуа аль-хайюль кайюм сумми би аятул курси а'заму ая фил куран самый великий аят один аят там не сказал Всевышний Аллах анил халаль не рассказал ни про халаль ни про харам ни про мустахаб ничего там ахкам никаких нету никаких это нужно делать это не полностью весь ая Ан-Тавхид. Полностью вся ая про единобожие. Аллаху ла илаха илляху аль-хайюль кайюм ла тахузу синату ва ла наум лаху ма фис самавати ва ма фил ард. То есть все, весь аят полностью рассказывает о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля. Поэтому даже мы с вами намаз сейчас читали ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Когда первое, что человек, когда рождается на этот свет, родители ему говорят «Адан» в ушко, правильно? И там тоже «Тавхид». «Ашхаду алла илляха илляллах». Через ушко заходит в сердце. Последнее, что человек хочет сказать, тоже «Тавхид». «Ман кана ахру каламаху ла илляха илляллах дахаля аль-джанна». Тот, у кого последние слова были «Ла илляха илляллах», он зайдет в рай. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если в судный день придет человек «Бикураби мин аль-хатая», то есть если приведет, столько у него будет грехов, сколько от земли до небес, ля юширик бишейа, говорит, он, но при этом он мне не предавался товарищей, то есть был единобожником, то Аллах Субхану Тааля ведет его в рай. Ахру ман юнкаду минан нар ва юдхилил джанна, ман каля ля илляха илляллах. Даже самый последний человек, которого Аллах Субхану Тааля вытащит из ада, из джаханнама, за его грехи, за его поступки, может быть, он не был молящимся, валлаху алям, может, совершал какие-то грехи, но самый-самый грешник, это тот, кто хотя бы сказал раз в жизни ля илляха илляллах. То есть отсюда мы понимаем то, что это основа. Хадис, который самый первый хадис приводится, арбаин навави, это что? Бунил ислама аля хамс. Ислам опирается на пяти столпах. На своих пяти столпах первое. Шахадата ля илляха илляллах ва анна Мухаммада Расулуллах. Свидетельство ля илляха илляллах Мухаммада Расулуллах. Поэтому мы об этом, альхамдулилля, должны напоминать друг другу. Также мы должны осознать, что такое ля илляха илляллах. И тогда, если у нас все дела будут ради ля илляха илляллах, тем самым дела будут более продуктивные, более баракатные, благодатные. И будет это совершаться искренне, более искренне будут дела, если они будут совершаться ради Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, когда мы даже говорим брат ради Аллаха, там, когда говорим, человек должен осознавать, что это за слова, которые он говорит ради Аллаха. И когда он совершает, тоже должен осознавать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Филь мукабиль, также, если этому противостоять, наоборот, люди, почему во времена, саллаллаху алейхи ва саллям, во времена других пророков, они воевали с этими словами, против этих слов. Они не любили эти слова. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. То есть, когда поминали Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в маджалис, в такие, скажем, маджлисы, где сидели язычники, Аллах Субхану Тааля говорит: когда одного Аллаха поминают, их сердца проявляют непокорство,
их противостоят этим словам. То есть им не нравилось, когда только одного Аллаха поминали. Когда кого-то помимо Аллаха поминали, они радовались. То есть не нравилось им, неверующим, не нравилось язычникам, когда одного Аллаха, субхану ва тааля, упоминали. Мы, наоборот же, должны с вами, когда поминается Всевышний Аллах, субхану ва тааля, когда говорит муаддин азан, или когда ты остаешься фил халават, когда ты наедине остаешься, когда повторяешь ла илляха илляллах, ты в этот момент, наоборот, должен аньянкасир кальбак. То есть твое сердце должно ломаться, то есть ты должен чувствовать факр, нужду перед этими словами, осознавая, что это такое. Быть, наоборот, противостоять тем самым язычникам и тем, кто не верит во Всевышнего Субханаху ва Та'аля. Также Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, когда в Коране упомянул Ахль Куфр валь Фуджур валь Маасы, когда Аллах Субханаху ва Та'аля упомянул в Коране неверующих, грешников и так далее, Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля: «Иннахум кану иза кила лахум ла илляха илляллах». Естакбирун. Они были таковы, говорит Всевышний Аллах, когда им говорили «Ля илляха илляллах», они проявляли высокомерие. Опять же, возвращаясь в сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда были усара, когда захватили пленников, язычников, тогда они предлагали выкуп за себя посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ничего мне не нужно, кулю калимата, скажите одно слово». Тогда они сказали: «Мы бельна куля ашарат», мы скажем десятки слов, говори. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кулю ла илляха илляллах», скажите «Ла илляха илляллах». Тогда они что сказали? Не спасла Аллах ая: «Аджа'аля алихатан илляхан вахида, инна хаза ла шайун уджаб». Он что сделал наших богов одним богом? Это удивительно. То есть как может быть один бог? Как может быть один илля? Сейчас «мин хаза мунталак», от этого мы, так скажем, отодвинемся и разъясним, опираясь на Коран, на Сунну, саллаллаху алейхи, что такое «Ля илляха илляллах». Во-первых, мы должны понимать, что «Ля илляха», когда мы говорим, он «Ля илляха илляллах» делается на две части. Первое «Ля илляха», нету «Илляха». Второе «Илляллах», кроме Аллаха. «Ля илляха», когда мы говорим, это «Нафи», отрицаем. Никакого Бога нету, никакого «Илляха» нету. Когда человек говорит, например, я поклоняюсь Абрахме. Абрахма — это такой бог у индусов. Он дает жизнь, он забирает жизнь, он дает нам риск и так далее. Кто-то говорит, там, я поклоняюсь Будде. Кто-то говорит, я поклоняюсь такому-то пророку. Кто-то говорит, я поклоняюсь такому-то идолу и так далее. Когда говорит верующий мусульманин, وَيَفْقَهْ مَعْنَا, тем самым сердцем понимаешь, что такое «Ля илляха», значит «Ля маабуд бихак». Илляллах. Нету ничего достойного, чтобы мы поклонялись, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Некоторые говорят «Ля илляха», то есть «Ай ля халик». Нету Творца, нету Создателя, кроме Аллаха. Но это неправильный перевод его. Почему? Потому что во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди говорили, те самые курайшиты, те самые язычники говорили, то что «Ля халика илляллах». Нету Творца, кроме Аллаха. Бид-далиль, далиль на это в Коране. Всевышний сказал: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Если ты у них спросишь, кто их сотворил, они непременно скажут «Аллах». Также, если спросишь, кто сотворил небеса, землю, они говорили «Аллах», субхану ва тааля говорит: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Если у них спросишь, кто сотворил небеса, землю, они непременно говорили «Аллах». Кто дает риск, они говорили «Аллах». وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Если спросишь, кто дает с небес дождь, после этого растет почва, они говорили «Аллах». То есть теперь задается вопрос, если они говорили, что наш Создатель Аллах, то, что нам дают риск Аллах, то, что оживляет землю Аллах, почву, то, что из небеса землю сотворил Аллах, субхану ва тааля. А творение небес и земли, мы с вами упомянули на прошлой лекции, это более величие, чем творение нас самих. «Ля халку ссамавати валь арды акбару мин халкин нас». Творение небес и земли – это более величие, чем творение человека, чем творение людей, создание людей. Тогда в чем же у них была проблема? Проблема была в другом. Опираясь на другое, хотел бы одну историю из жизни упомянуть здесь. Когда я еще учился во время учебы в Саудии, я это часто вспоминаю, но «Минбаб зеккерин зеккрат альфа'ан муминин», напоминай, поистине напоминание помогает верующим. Сидели мы в аэропорту Домодедово.
Я ждал свой самолет через Стамбул в Рияд. Со мной сидел тоже один русскоязычный человек. Мы с ним разговорились. Я говорю, я мусульманин. А он говорит, я атеист. И когда у нас пошел разговор с ним о Боге, о Творце, о Создателе, о Вселенной, он сказал то, что Бога не существует. Нету Бога вообще. Я вот тогда говорю, то есть опять же, он не то, что даже бывает язычник, бывает атеист. Язычник, когда верит в Бога, но Богу предаются товарищи, еще чему-то поклоняется, огню поклоняется, идолам поклоняется. Атеист вообще мульхид, вообще не верит. Он даже не верит, что Создатель Всевышний. Я говорю, как, говорю? Он говорит, и начал свою философию объяснять. Религия – это опиум для народа. То, что мы видим, то существует. То, что мы не видим, то не существует. Вот мы сидим, друг на друга смотрим, мы существуем, понимаем. Субханаллах, тогда акль, разум, невозможно увидеть. Мух, наш мозг, возможно увидеть. Разум невозможно увидеть. Ни один электрик не видел тока. Есть искры, есть свет, ток невозможно увидеть. Боль, когда человек чувствует, невозможно увидеть. Кислород, чех сказал, вот, да, невозможно увидеть. Душа, невозможно увидеть душу. А ведь никто не говорит, что у меня нет души, правильно? Даже самый такой ярый атеист, он скажет, у меня там добрая душа, широкая душа, там большая душа. Ну где она душа? Невозможно ее увидеть. Рух. Поэтому не все, что мы не видим, не существует. И я ему задал вопрос, иначе как тогда Вселенная появилась? И теория Большого Взрыва. Было что-то, и оно взорвалось, и все это, мать природа сама по себе появилась. Обычно, когда разумный человек понимает, когда что-то взрывается, все разрушается. Даже дети вот в кубик и рубик играют. Один постарше построил, младший подошел, что-то маленький кинул, все разрушил. В песочнике, помните, что-то строили, мы там это помладше подходит ребенок, что-то кинул, все разрушил. Маленький взрыв. Как же может что-то построиться после взрыва? Даже если так, вопрос, вот это то, что первое, что взорвалось, откуда оно появилось? Мы сейчас скажем, вот это кольцо, я говорю, тогда у меня другое кольцо было, я говорю, вот это кольцо само по себе появилось. И положил, поверите? Он смеется, говорит, то есть, я говорю, никто не поверит, там, скажем, камень из африканских стран привозят, потом в Европу отвозят, огранку делают, потом привозят на завод, один там металл привозит, другой там оттачивает, там над маленькой вещью целый завод работает, и даже, может быть, несколько, а как тогда небеса, земля, облака, солнце, луна, день меняется на ночь, ночь меняется на день, подводный мир, животный мир, растения, все это кем-то еще управляется? Как тогда может само по себе появиться? Он говорит, хорошо, вы утверждаете, что есть Создатель. У каждой вещи такая теория. Из каждой вещи должен кто-то сотворить. Хорошо, кто тогда Бога сотворил? И это часто задается вопрос. Недавно тоже, когда у меня один друг есть, он вчера должен был приехать, проспал самолет, брат один, Курбан. Он говорит, у меня вопрос тут шофер тебе хочет задать. И он со мной пошел разговаривать, начал. И тоже мне задал вопрос. Говорит, кто Бога сотворил? Он говорит, я его уволил после этого. Я говорю, зачем ты его уволил? Говорю, он нормальный вопрос, говорю. Это как он? Не, у меня вообще, говорю, как он может тебе такие вопросы дать? Астагфируллах, брат. Наоборот, нужно через вопрос зарождается ответ, альхамдулилля. Поэтому, наоборот, нужно ответить человеку, если не знает. Я говорю, Бога никто не сотворил. Почему? Потому что Аллах в Коране говорит, халику кулли шей. Аллах творец всего, создатель всего. Если кто-то его сотворил, он уже не халик, а махлюк. Творение, создание. Если даже человек скажет, найдется такой человек и скажет, да, Бога сотворил там другой Бог. Другой скажет, а кто сотворил того Бога? И будет бесконечный диспут, что первое появилось, курица или яйцо? Яйцо из курицы, из яйца. И сколько бы мы ни спорили, нужно остановиться. Есть потолок, начало всего и вся. Иля вахид, один творец, один создатель, халик, кулли шей, сотворил все. Лейса камитли шей, ва хуа самий аль басир, субхана ва тааля, ничто ему с ним не сравнится, ничто на него не похоже, он всеслышащий, всевидящий. Он творец создателей. Но самое интересное, когда мы взлетели, он перекрестился. И потом я говорю, ты же по-своему веришь в Бога? Он говорит, на всякий случай. Вдруг он существует все-таки. Вдруг он существует, поэтому говорят, во время страха атеистов не бывает. Когда человеку страшно, атеистов не бывает. Отсюда вспоминается аят, как раз отсюда мы отталкиваемся, вспоминаем аят в Коране, в сурат Аль-Анкабут. Вот в чем вопрос был, вот в чем была проблема курайшитов, и на сегодняшний день у многих мусульман тоже. Некоторые бильджах, некоторые по незнанию это делают. Например, заходишь к человеку, например, не будем называть там нации, но заходишь в прилавок, где он торгует там чем-то, смотришь, аят Аль-Курси висит,
тут же висит глаз такой, и тут же жаба стоит. Машалла, всех богов. Если отсюда прибыль не пойдет, отсюда пойдет. Как у одного висел такой Будда, у одного татарина висел, у одного мусульманина. Но он по незнанию это. И папа, Аллах Ирхаму, сейчас с ним сел в машину. Говорит, что это такое? Ты же мусульманин. Он говорит, а вот ты ему по животу гладишь и говорит, деньги будут приходить. Говорит, что ты, говорит, денег у тебя нету, что ты плохо гладишь. Поэтому что? По незнанию человек эти вещи совершает, бывает. По незнанию. Поэтому мы должны понимать то, что? Это ширк. Это предавание Всевышнего Аллаха Товарища. Вот здесь вот вспоминаешь аят, когда человек тот перекрестился в самолете и думает, что, субханаллах, сейчас самолет сядет. Ему сейчас страшно. Сейчас сядет самолет. Он вроде бы, когда ему страшно, он поверил, что есть Бог. А когда самолет приземлится, он опять пойдет людям говорить, Бога нету, это опиум для народа, взрыв и так далее. И здесь аят, субханаллах, один аналогичный. 1400 лет назад вернемся. Аллах, субханаллах, сурат Аль-Анкабут говорит, «Фаида ракибу фильфульк». Аллах говорит, когда садились на корабли вот эти мушрики, вот эти язычники, только Аллаха просили о спасении с ихласом, с искренностью, только Ему, только у Него. Забыли в этот момент, кто такой Лат, кто такой Узза, забыли всех своих идолов. Умар ибн Хаттаб говорил, «Фи джахилияти кунна насна' аль аснама мина тамр, фа иза джи'на акална». Когда мы были джахилями, когда мы были язычниками, мы даже делали для себя богов, идолов из фиников, а когда проголодались, мы их кушали. То есть своих же богов. Из теста, из муки делали, в путь отправлялись, просили у него, дай сохрани мне жизнь, а потом кушать захотел своего бога съел. Он сам себе жизнь не сохранил. Как он тебе может жизнь сохранить? Вот Аллах Субхана говорит, «Фаида ракибу фильфульки дау Аллаху мухлисуна ляху ддин». Когда садились на корабли, просили, «Аллах, спаси нас! Аллах, дай нам доплыть! Страшно, волны, это то же самое самолет, страшно!» Потом Всевышний говорит, «Фалямма наджахум иляль бар, иза хум юширикун». А когда достигали суши, доплывал корабль, шли, делали ширки, делали Аллаху, предавались товарищи, опять поклонялись идолам. Вот здесь вот вся проблема получается, когда мы говорим, «Ля иляха». Когда мы говорим «нету Бога», имеется в виду, что такое? Не просто, как некоторые переводят, «нету Создателя». Мы понимаем, что даже курайшиты, которые не верили в Аллаха, субхана, язычники, они понимали «ля халик илля Аллах», «нету Творца, кроме Аллаха». Другие скажут «ля маабуд илля Аллах», тоже неправильно. «Нету тому, кому поклоняется, кроме Аллаха», потому что есть другие боги у других людей, которые они сами обожествили. Кто-то поклоняется, как мы сказали, такому иному идолу. Шейх Сулейман Аль-Джубейлян рассказывал нам во время учебы в Риаде, говорит, я поехал Иля-Сын, поехал в Китай и с одним шейхом Бингуут, с ним поехал вместе, и зашли мы там к одному врачу, очень сильный такой массажист, профессиональный китаец, старый уже, зашли к нему в массажный кабинет. Пока он делал массаж, у него такой идол стоит. Я дотронулся так. Он «Стоп!» кричит. Говорит, «Остановись!» Говорит, «Никто не может трогать моего идола, кроме меня. Это мой Бог. Это лично для меня Бог. Никто, я никому не решаю дотрагиваться». Он говорит, «Смотри, я просто хотел протереть. Тут пыль была на нем. Я сам протеру». Взял, говорит, протер его. Говорит, «Сколько раз ты его чистишь?» «В неделю один раз чистил». Говорит, «Субханаллах, а что он сам себя почистить не может, что ли?» Говорит, «Значит, он в тебе нуждается, твой Бог. Не ты в нем нуждаешься, он в тебе нуждается». И ушел. Это то, что называется, кинул человеку, оставил, бывает, такие у нас секунды, минуты, например, в жизни, да, на лифте пока поднимаешься, одну-две шубухат закинул ему, чтобы он, так сомнение, чтобы он наедине подумал, и потом сам пришел, да, как это так. Или, говорит, тоже, когда в Америку прилетал, пока мне, говорит, делали на паспортном контроле, там, визу делали, там, проверяли, там, все, документы мои давно еще, говорит, в Нью-Йорк прилетели. А, знаете, в Америке очень модно, чтобы у каждого там 18 лет исполнилось, чтобы у него была girlfriend, boyfriend, там, подружка. Там, если у тебя подружки нету, значит, ты как бы считаешься каким-то отсталым, что ли, человеком. Да, и даже, говорят, да столько шейхи ездили раньше с дауатом в Америку, потому что даже в Россию приехали, говорит, вот girlfriend, он говорит, вот такой вот, есть такой, как бы, такая традиция у американцев. Он говорит, у вас подружка называется, говорит. И рассказывает, говорит, один шейх приехал, говорит, в гостиницу, когда заехал, он сказал, говорит, сказать подушка, ему привели подружку. Он говорит, подушку попросил, привели подружку. Поэтому до того уже это как бы модно стало, вот это, girlfriend, boyfriend. Поэтому здесь, когда я задал вопрос этой девушке, я говорю,
кто твой Бог? Ты веришь God in God, что кто твой? Он говорит, my God, мой Бог, говорит, мой бойфренд. И тогда я ей задал вопрос, я говорю, смотри, что у тебя на компьютере написано, Made in USA, написано, произведено в Америке. Стер это. И потом, говорит, если, говорит, убрать это, стереть это, говорит, USA, и написать Made in Japan. Говорит, можно так сделать? Говорит, нет, говорит. А если убрать это, говорит, Made in China написать? Говорит, в Китае произведено, не в Америке. Нет, говорит, почему? Ну это обман, говорит, это же американцы сделали. Говорит, а тебе кто сотворил? Твой бойфренд? Тебе же Бог сотворил. И ушел, говорит, оставил ее. Поэтому, как бы, тоже такие вещи, субханаллах, иногда рассказывают, говорит, субханаллах, то есть те самые люди, потом самые другие были уже моменты, когда вот такие вот вещи, да, еще бухают, чтобы он маленько подумал, оставить его наедине, он сам потом возвращается и интересуется. Сам потом возвращается и интересуется. То же самое, как было с Хамзой, радаллаху анху. Хамза, радаллаху анху, принял ислам через женщину, которая у него была, когда он возвращался с охоты, охотился на, на львов, возвращался, и тогда сказала женщина, что Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммада ударил Абу Джахль. Он говорит, моего племянника ударили, хотя он был тогда язычником. И где он, говорит? Он около Каабы находится. Тут же он поскакал туда. И говорит, ты ударил, говорит, Мухаммад, атадрибу Мухаммадан ва ана аля дини. Ты бьешь Мухаммада в тот момент, когда я на его религии. Хамза, радаллаху анху, сказала, говорит, я не был тогда мусульманин, просто так у меня изо рта как-то это вылетело. Я сам удивился. И ударил его. Тогда курайшиты встали, он говорит, оставьте, я так его поругал, говорит, то, что никого так не ругал. И после этого он пришел к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям. Сказал, я Мухаммад, я такие слова сказал, что, я не твоя религия, а я не твоя религия. Расскажи мне про ислам. После этого он принял ислам. И здесь вот, когда человек, он задумывается, когда он размышляет, акль, он понимает. То есть некоторым, иногда нам с вами достаточно, каля Аллаху, каля Расуль, все, вопрос закрыт. Сказал Аллах, сказал посланник. Иногда человеку, который далек от религии, ему нужно с точки зрения акля, с точки зрения разума донести до него. Поэтому Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит про мушрикун, Курайш, про курайшитов, которые были язычниками, молили одного Аллаха, а когда страшно, а когда до суши доплывали, шли опять поклонялись идолам. Отсюда мы понимаем, какой же перевод «Ля иляха илляллах», правильный перевод «Ля маабуд бихак илляллах». Нету никого, ничего достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Никого. «Ля малик мукарраб», «Ва ля набия мурсаль». Нельзя поклоняться ни ангелу, ни Джибраилу, ни Микаилу, ни Исрафилу, никому. Ни посланному посланнику, ни Мухаммаду, саллаху алейхи, ни Исе, ни Мусе. Только одному Аллаху, субхану ва тааля. Ля иляха. Когда мы говорим, всех богов, всех идолов отрицаем. Как будто мы говорим, я Мухаммад, ты мой пророк, но ты не мой бог. Я Иса, ты мой пророк, ты не мой бог. Такой-то, такой-то, такой-то там идол, ты не являешься богом. Ля иляха, нафи. Отрицаешь всех богов. Второе, аль-исдат, подтверждение. Илля, кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Поэтому бывает такое, когда мы общаемся там, скажем, с другими, кто практикует другую религию, они говорят, у вас Аллах, у нас Бог. Аллах это не отдельный Бог мусульман, как, скажем, у буддистов Будда. Аллах это хадик, кульшей, творец всего и вся. Даже если взять Аллах, почему говорят, Аллах, ученые объясняют, Аллах по-арабски пишется это алиф, лям, лям и ха. Сколько бы мы не убирали от этого имени, все равно указывает на вахдани, на единство. Алиф убрали, уже читается лилля, для Аллаха. Еще лям убрали, ляху, для него. Лям и убрали, ху, он. То есть все указывает на единство Творца, Создателя, субханаху ва тааля. Также мы должны, когда понимать то, что мы поняли ля иляха, что илляллах, когда мы понимаем, что нету никакого божества, всех богов отрицаем и, так скажем, исключение является Бог Аллах. Илля, кроме Аллаха. Далиль на это какой? Всевышний Аллах в Коране сказал: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Сказал Ибрахим, алейхиссалям, своему отцу, своему народу: إِنَّنِي بَرَاءٌ. Я отдаляюсь далеко. مِمَّا تَعْبُدُونَ. От того, чему вы поклоняетесь. Это имеется в виду ла иляха. Нету Бога, никакого иляха нет. إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Ла иляха. Второй, илля Аллах, илля лави фатарани,
فإنه سيهدين. Кроме того, кто меня фатаран, ай халакани, тот, кроме меня сотворил, и он меня будет вести прямым путем. Также умей якфур биттагут, ваюмин биллах. Якфур биттагут, ла илаха, ваюмин биллах. И уверует в Аллаха. Тот, кто не уверует в тагут. Тагут — это куллю ма убида мин дуниллах. Это то, что человек взял для себя в качестве Бога любую вещь или любого человека помимо Аллаха. Кто-то поклоняется какому-то человеку или еще поклоняется какому-то, там, скажем, там, имаму и так далее. Это все для него является тагутом. Это все для него является тагутом. Поэтому кто-то поклоняется, даже если поклоняется Корану, у Корана просит, или, скажем, у этой стены просит, или у этих четок просит. Это все является для него тагутом. Это все является для него иляхом. А мы говорим только иляхом, он, субханаху ва тааля, один. Поэтому во многих аятах Корана, если почитать, аяты указывают на «Куль ху Аллаху ахад», слово «тавхид», «ахад», он единственный Аллах, субхану ва тааля. Мы так должны понимать, то, что как творец и кому поклоняться только. Кому как поклоняться. То же самое дуа просить. Дуа или айбада. Дуа — это поклонение. Мы не можем просить ни у кого, ни у пророка, ни у ангела. Только у Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому даже если посмотреть в текст Корана, например, аяты, где Всевышний говорит, у тебя спрашивают, Мухаммад. Например, «Ясалунаки анил хамри валь мейсир». У тебя спрашивают касательно алкоголя, вина и азартных игр. Аллах говорит, «Куль фихима исму кабиру мана линна». Скажи. «Ясалунаки анил ахилла». «Куль». Спрашивают у тебя месяцы. Скажи. «Ясалунаки анил шахри лхарами киталин фи». «Куль». Спрашивают у тебя от запретном месяце, каково положение в войны и битвы во время этот месяц? Скажи. «Ясалунаки анил махид». Женщина спрашивает о своих днях. «Куль». Везде «куль». Но касательно ибада, поклонения, дуа, Аллах говорит, «Ваида саалака ибади анни». Всевышний говорит, если мои рабы спросят у тебя обо мне, человек логически ждет слово «куль». Скажи. Но Всевышний говорит, «Фа инни кариб». Не говорит «куль, фа инни кариб». Он что? «Фа инни кариб». Поистине я близок. «Ваида саалака ибади анни, фа инни кариб». Даже пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не поставил посредником в дуа, в поклонении между Аллахом, субхану ва тааля, и между Творцом. Почему? Потому что Аллах говорит, субхану ва тааля, «Нахну акрабу илейхи мин хабли аль-варид». Аллах ближе к своему рабу, чем его сонной артерии. Всеслышащий, всевидящий. Не нужно просить, «Я Мухаммад, я Расулаллах», попросил. Нет, напрямую просишь у Аллаха, субхану ва тааля. Не поклоняешь ничему, никому, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Также Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Удууни астаджибилякум». Просите у меня, взывайте ко мне, я вам отвечу. Даже пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, Всевышний Аллах, субхану, не поставил. Даже когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, умер, Умар ибн Хаттаб вышел, никто не поверил, когда он сказал, когда вышел Сиддик, Абу Бакр, что он сказал, какие слова? «Я юханнас, о люди, ман кана ябуду Мухаммадан, фа Мухаммадун кадмад». Тот, кто поклонялся Мухаммаду, Мухаммад умер. Почему Аллах Субханаху ва тааля сказал: «Иннака майитун ва иннахум майитун». Поясни, ты умрешь, и они умрут. «Ва ман кана яъбуду Аллах, фа инна Аллах хайю ла ямут». А кто поклонялся Аллаху, Аллах живой, и он не умрет. Вот это вкратце мы должны понимать с точки зрения Создателя, поклонения, и также взывать Всевышнего Аллаха Субханаху ва тааля через его имена. «Валиллахи ль-асмауль хусна, фад'уху биха». У Аллаха есть прекрасные имена, и взывайте его через эти имена. И эти сифаты принадлежат только Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Например, мы говорим «Ар-Рахман», «Милостивый». Никого нету такого милостивого, как милость Аллаха, субханаху ва тааля. Почему? Даже Аллах в Коране говорит, никого не назвал «Рахманом». Сифат никому не дал. Есть «Рахим», «Вакана биль-му'минин рахима». Касательно пророка Мухаммада, он был милосердным. Но тоже милосердие Аллаха — это не такое милосердие, как милосердие посланника. Это «Кама янбаги ли джалали ваджхи ва азими султани». Так, как присуще Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Мы говорим «самия», слышащий человек тоже «самия», у человека тоже есть «самия», у человека тоже есть слух. Но не значит, что, астагфирулла, некоторые говорят, если сказать «Аллах, субхану ва тааля», слышащий человек, слышащий, это все философия. Астагфирулла, у собаки тоже есть слух, не значит, что мы собаки с вами. Это так, как принадлежит Всевышнему Создателю. «Лейса камитли шей ва самиу аль-басир». Этим все закрываются, все вопросы. Ничто на него не похоже, ни в сифатах, ни в чем. Он всеслышащий, всевидящий, все ему принадлежит. «Кама янбаги ли джалали ваджхи ва азими султани». Так, как присущи ему, Творцу, Создателю, одному, единственному Аллаху. И поэтому в этих «Ля илляха илля Аллах»
мы должны понимать то, что вот Расуль Хазрат Машалла, опять же, субханаллах, Джазавуллах Хайр, такую хутбу когда провел, вот он такой пример привел, и мы тоже всегда говорим, то есть человек, если всю жизнь грешит и так далее, и потом говорит, перед смертью скажу ля иляха илляллах. И все, как бы, нет, Аллах не даст возможность сказать ля иляха илляллах, если человек не жил по этим словам. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен кана аля шейин, мата алейх». «Мен аша аля шейин, мата алейх». Тот, кто на чем жил, на этом и умрет, на этом покидает этот мир. Если человек, у него всегда из его уст какие-то плохие слова вылетали, матные, да, он, кто-то умер в аварии, он увидит, опять же, это страх, у него эти же слова вылетят. «Субханаллах, ля иляха», он не скажет. Даже если захочет сказать, вот Ибн Каим, рахмаллах, в одной книге написал про «Аль-Джаваб Аль-Кафи». Очень интересная книга. Там более 300 страниц. Но называется как бы «Полный ответ». Он именно этот ответ на один вопрос 300 страниц книгу написал. Ему задали вопрос, что делать с той болезнью, когда если юноша влюбился в кого-то и не может разлюбить. И он ответил в 300 страниц на этот вопрос. И там историю приводят. Вначале аяты, хадисы, и потом истории жизни. Во время тавафа, так скажем, да, вот сейчас мы на умре были, один брат у нас дагестанец, он пошел, посетил могилу своего отца, тоже ему было, как моему отцу, 66 лет, тоже инсульт. В 11 году он умер. Он говорит, умер, когда спускался с Арафата, инсульт случился и умер. Поэтому, субханаллах, или вот мы вчера с Расуль Хазратом видели, один шейх лекцию читал в Кувейте, и палестинский шейх. И последние слова, он уже, он дает ваз, делает, мау'иза делает, делает, дает лекцию. В его контексте, его лекции не должны быть слова ля иляха илляллах. Но он уже делает, сказал, ля иляха илляллах и умер. Вот так Аллах Субхану забрал. У Расуль Хазрат видео есть, можете посмотреть, очень интересно, поучительно. Поэтому к чему мы говорим это? Человек, когда говорит, если я не живу по ля иляха илляллах, в конце скажу это нет. Аллах просто не даст. Аллах юсаббит Аллаху ладзина аману бил каули саббити фил хаяти дуня ва фил ахира. Аллах укрепляет на крепком слове, на слово «Ля иляха илля», на слове «Таухида» тех, кто уверовал, истинно уверовал в Аллаха Субхану ва Та'аля. Также в хадисе передается «Ман кана ахру каламаху ла иляха илля Аллах, ва хуа я'лам». И он знает, не просто «Ля иляха», он знает, то есть знал, что говорил, поэтому жил и так далее. «Дахаля аль-джанна», зайдет в рай. Не просто так «Ля иляха илляллах» знает и живет, соответствует этим словам. То он сможет, иншаллах, сказать последними этими словами и зайти «Иля джаннати Аллахи субхану ва та'аля» в райскую обитель Творца, Создателя субхану ва та'аля. Поэтому, уважаемые братья и сестры, вот эти «Ля иляха илляллах» мы должны, когда слышим, когда кто-то говорит «Ля иляха илляллах» или «Муаззин» говорит и так далее, противоречить неверующим, когда они высокомерились, когда говорили, а мы наоборот должны проявлять набожность и скромность, и склонность перед Всевышним Аллахом, нанкасир, то есть наполнить наши сердца. Наши сердца это как сосуды, или он заполнится ля иляха илляллах, или чем-то другим. Поэтому мы должны любовью по отношению ко Всевышнему Аллаху, субхану ва та'аля, понимая, что такое ля иляха илляллах, заполнять наши сердца этими словами, этим смыслом и жить по этому смыслу. Потом это как будет такой двигатель, который нас будет вести по прямому пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Мухаммад Расулуллах, если уже так же, ученые также добавляют шурут ля иляха илляллах. Мы сказали, аркан, столпы, ля ма'буд, ля нафи, валь исбат нету. То есть отрицаем всех богов и утверждаем только одного Аллаха, субхану ва та'аля, как создателя, как тому, кому можно поклоняться и так далее. Мухаммад Расулуллах тоже два столпа, два рукна. Аль-абд вар-расуль. То, что он раб и он посланник. То есть, когда мы говорим раб, значит он не бог, он не илях. Он раб, значит, тоже поклонялся Аллаху Субхану и призывал, чтобы люди поклонялись только Аллаху Субхану ва Та'аля. Все пророки призывали к Аллаху Субхану ва Та'аля. Не призывали себе, призывали ко Всевышнему Аллаху. Это тем, отсюда мы познаем, что такое аль-абд, раб. Вар-расуль, то есть он посланник, значит, ему дано откровение, вахи, ташри'и. Ему дано откровение от Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Поэтому Аллах в Коране говорит в сурат Аль-Кахф: "Кул иннани ана башару мислюкум ай абд". Скажи: "Я поистине я человек, как вы, раб". "Кул иннани ана башару мислюкум юха илей". Мне дано вахи, ар-расуль. То есть значит аль-абд башару мислюкум ар-расуль юха илей. То есть я раб, как вы, то есть имеется в виду, я человек. И я
посланник, мне дано откровение. Поэтому мы его не возвышаем выше посланника, не ставим на уровне Бога, чтобы ему поклонялись. Когда бывает, например, даже в Медине кто был, там стоят ученые, когда человек начинает у него просить у посланника Аллаха, его нельзя просить у посланника Аллаха, только у Аллаха можно просить. Сделайте что? Делайте салават, салям передавайте, но просите только у Аллаха, субхану ва тааля. И также мы, когда сейчас с вами читали ташахуд, что сказать? Ашхаду алла илляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху. Раб Аллаха, его посланник. Люди, хадис, который приводит Анас бин Малик, радиллаху анху, أن الناس قالوا يا رسول الله يا خير يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا بقولكم ولا يستهوذنكم الشيطان فإني عبد الله ورسوله فوالله لا أحب أن ترفعونني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه ابن ماجه دستور الحديث посланник الله صلى الله عليه وسلم. Люди пришли к нему и сказали: о посланник Аллаха, о господин, сын господина, о самый лучший, сын наилучшего. Нету сомнений, то что посланник Аллаха господин всех пророков, господин всех людей, но однако он сам صلى الله عليه وسلم не любил, كان متواضعا, он был скромным и сказал: о люди, бойтесь Аллаха, говорите простыми словами. Поистине, я раб Аллаха, я его посланник. И клянусь Аллахом, я не люблю, когда вы меня поднимаете выше того, что мне дал Аллах. Самое лучшее, больше всего он любил, когда его называли рабом Аллаха и посланником Аллаха. Саллаллаху алейхи вассалям. И в связи с этой шурут, «Ильмун якинун, васидкун, ваихласун, махабба», то есть такие условия, что об этом мы должны знать, что мы говорим. Мы должны, у нас должна быть искренность в этих словах. Мы должны любить эти слова и всех, кто говорят эти слова. То есть мы говорим, например, бывает, что мы без разницы не разделяем тот, этот богач, этот бедный. Мы любим этого и этого любим. Почему? Потому что он любит Аллаха, субхану ва тааля. И поэтому мы должны любить всех мусульман, потому что они любят Аллаха, субхану ва тааля, и только ему одному поклоняются. Вот это, так скажем, вкратце, маъна, как вы спросили, что такое «Ля илляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». И это как бы основа, мы должны понимать то, что, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах все прощает в судный день, когда человек придет. Если у него даже грехи будут до небес, но он при этом не предавал Аллаху за товарища, Аллах, субхану ва тааля, простит его. И также Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би». Аллах, субхану ва тааля, не прощает, когда ему предаются товарищи, когда делают ширк. «Ва ягфиру ма дуна залика лима яша». А все помимо этого, кому пожелает, простит. Даже у человека спросите, что ему больше всего простить? Предательство? Простить измену? То же самое предательство. «Антаджа'аля лиллахи ниддан ва хуа халакак». Как ты можешь Аллаху делать компаньона, когда тебе Аллах сотворил? Когда тебе Творец создает, Аллах, субхану ва тааля, как ты можешь кому-то другому поклоняться? Он твой Творец, ему ты только должен поклоняться, субхану ва тааля. Ни одного аята в Коране нет, где Всевышний сказал: сделайте сажда кому-то помимо меня, или просите у кого-то помимо меня. Только мне, если мы натаэммаль Коран, если мы будем размышлять над Кораном, мы поймем, что это то, к чему все пророки призывали. Аллах в Коране говорит: «Ва лакад баасна фи кулли умматин расуля». В каждую из общин я посылал посланника. Для чего? «Ани абудуллах, вачтанибут тагут». Что поклоняйтесь Аллаху и отдаляйтесь от всего, что люди, к чему люди сами поклоняются, помимо Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И это основа того, ради чего Аллах, субханаху ва тааля, сотворил. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи 10 лет в Мекке, он только призывал к «Ля илляха илляллах». Только к этому призывал. Пришел своему дяде Абу Джахлю, который ночью пришел в сильную, такую дождливую погоду, постучал в дверь, на что он был богатым, он сказал, что если сейчас кто-то попросит, по нужде только вышел в такую погоду, что его вывел из дома, все, что попросит, я ему дам. Значит, он сильная нужда, если он оставил дом и пришел ко мне. Открывает дверь, стоит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. На что он сказал: что у тебя, Мухаммад? Он сказал: я амми, куль ля илляха илляллах. Вот дядя сказал: ля илляха илляллах. И он ему закрыл перед ним дверь. Поэтому даже он своему дяде Абу Талиб, когда умирал, «Я амми, куль ля илляха илляллах». Единственное, одно просил: дядя, скажи только «ля илляха илляллах», все. Но отсюда задается вопрос, если они понимали на этот указ коранический текст, то, что Создатель Аллах, так и так, если они понимали бы эти слова, как «ля илляха илляллах», как нету Создателя, кроме Аллаха, закрылся бы вопрос, и все. Но они говорили: «Аджа'аля алихатан илляха вахида», как одного Бога, одним Богом можно сделать? То есть мы просим у других тоже богов.
Он что? Кулля илляхна, кулля илляхна, куль. И так он, не сказав, и умер. Дядя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Несмотря на это, все, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что заплакал? И тогда Аллах не спасал. Айя, иннака ла тахди ман ахбабт. Поясни, ты не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Отсюда тоже далиль мы берем, какую манфа, то, что можно ли любить неверующих или нет, если он твой родственник, можно. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям любил своего дядя Абу Талиба. Иннака ля тахди ман ахбабт, валякинна Аллах яхди ман яша. Однако Аллах субханаху ва тааля поставит на прямой путь, ведет прямым путем того, кого пожелает. И ему дали самое слабое наказание за то, что он не сказал «Ля илляха илля в аду вечное только оно». Вечное наказание – это «Налей минан нар югля минху димак уль айяду билля». Это тапочки до щиколоток из огня, от которого кипят мозги. Вечное наказание в аду. Вот самое слабое наказание в аду за то, что он оберегал, за то, что он любил своего племянника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.